Доброе утро, с вами Татьяна и полная практика прощения с Green My Life Ярослав Мудр-Воронцов. И сегодня я хочу рассказать то, как вот вчера мне удалось поднять себе настроение, то есть это один из инструментов, который я нашла для себя на будущее и использую в принципе в течение дня, ну каждый день. Просто вот вчера я это очень ярко ощутила и сейчас поделюсь с вами. Значит, это было следующим образом. Мы выехали из Киева, и в Киеве был такой день пасмурный, дождливый. Тучки просто затянули небо, и не было абсолютно видно солнышко. Ну, пасмурно. И с одной стороны, эта погода заставляет как-то задуматься, она наполняет где-то какой-то грустинкой в какой-то мере, да. Но что хочу сказать, мы когда выехали из города, погода пасмурная также была, то есть облака, тучки, все было, небо затянуто абсолютно. Но когда мы выехали за Киев, я сейчас не припомню с какого момента точно, но мы там увидели просто настоящую зиму. Все было в снегу. Это тонкий слой, но это все было беленькое, все абсолютно, деревья, кустики, все поля, они просто стояли белые. И здесь я как раз почувствовала настроение вот это зимнее, зимний дух, да, что вот скоро Новый год, и наконец-то я видела снег, и мне это безумно понравилось. Это настолько вот вдохновляет, наполняет, насколько у нас наша страна находится в таком месте прекрасном, где у нас каждый сезон абсолютно разная погода, и мы можем это видеть, мы можем наслаждаться и осенью, и летом, и весной, и зимой, и каждый сезон он разный, он настолько сменяет друг друга, все так гармонично идет, и мы можем это все наблюдать, мы можем все ощутить на себе. То есть у нас есть большое разнообразие природы и ее переходы. И мне это очень нравится. И действительно, наблюдая за ней, как она гармонично вот перетекает из одного в другое, это очень красиво. Но для меня, по крайней мере, меня это очень радует и вдохновляет. И природа всегда меня радует. Я очень люблю природу, люблю растения, животных. И на меня они влияют позитивно. Я очень хочу и надеюсь, что большинство людей тоже заботятся о природе, тоже она их вдохновляет и настраивает на позитивный день. Поэтому я вам желаю найти свои инструменты, найти свои такие фишечки, которые вас вдохновляют, которые всегда в любой момент могут вас наполнить позитивом, вдохновить и порадовать. Итак, я желаю вам радости, любви и благости, жить каждый день, наслаждаться каждым моментом своей жизни, быть всегда в позитиве и наполнять окружающих людей своей радостью. И помните, что наполняя других, то есть вы отдаете позитив, позитивный настрой, позитивные нотки, вы ими делитесь, и в ответ к вам будут они приходить. Чем больше вы делитесь, тем больше вы получите. Итак, с вами была Татьяна и полная практика прощения с Green My Life Ярослав Мудр-Воронцов. Живи на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь. Ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. С вами была Татьяна и полная практика прощения. Всем пока!